Вот человек хороший, ни при чем я говорю, ну. Не надо этого снимать. Как не надо? Снимать? Снимай, снимай, что хуйня, документы отнимай. Снимай, 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 снимай. У меня у члена конкурсной комиссии, поснимайте. У меня у члена конкурсной комиссии председатель не дает мне возможности ознакомиться я с протоколом, покиньте, в котором пожалуйста, имеется масса нарушений, и которые... Не-не-не, а Игорь Анатольевич, я тебя почему покиньте? Ну зачем, он член комиссии, который свидетельствует о том, что конкурс проведен незаконно. Должен показывать. Как сейчас меня лишает этой возможности, и он я думаю, что в дальнейшем это все делается... Все это делается для того, чтобы внести потом в эти протоколы поправки, исправить, и те замечания, которые мною сейчас прописаны, были устранены. Но с учетом вот замечаний, которые сейчас есть, я считаю, что конкурсная комиссия первая проведена незаконно. Имеется масса нарушений, которые свидетельствуют не только о нарушении конкурсной документации, но и нарушении уголовного законодательства, связанного с мошенничеством, халатностью, ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Для практики могу привести, что согласно с положением существующего о конкурсной комиссии, ведется протокол. В протоколе должно быть указано количество баллов и бальная оценка претендентам, которые участвуют в конкурсе. Вот, ознакомившись с этим протоколом, я увидел, что он не заполнен, критерии отсутствуют, но вместе с тем победители уже названы. Оценки нет? По победителю уже чтобы было понятно, о чем идет речь, для образца могу представить. Вот, например. Лот номер 32. Существует графа. Бальная оценка победителей, их критерии. Она пустая, как вы видите. Тем не менее, более того, даже не написано, какая организация получила первое место, кто победитель. Но тем не менее, лот номер 32 разыгран, и по этому лоту определен победитель, и имеется подпись, что якобы все правильно и законно. Аналогичное нарушение я, как член комиссии, выявил в лотах 4, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Не надо ничего брать. Не надо. Вы сейчас там на практически каракули наставите. Я не доверяю. 36, 37, 38, 40, 49, 51, 53, 55. 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 79, 81, 82, 84, 86, 88. Здесь раз работа комиссии идет. Оставьте, почему? Оставьте, почему нам нельзя? Оставьте человек, он работает. А почему нам оставьте его, пусть он работает. Кроме того, довожу до вашего сведения, что это помещение конкурсной документации определено как официальное помещение, в котором работает конкурсная комиссия, в которой разрешен свободный доступ, и конкурсная комиссия здесь работала, и я как член конкурсной комиссии продолжаю здесь работать. Почему такая угрешаемая реакция? Но я считаю, что он связан с одним. Что человек чувствует, что сегодня совершены какие-то нарушения. Никаких и поэтому нарушений он не желает участвовать в этом. Здесь абсолютно нет ни одних нарушений. Более я подтверждаю. В присутствии вот видеокамеры я прошу вас, Гришая, уважаемый Игорь Артурович, принять мои замечания, которые мною зафиксированы на 5 листах. И на копии, пожалуйста, поставить свою подпись, чтобы вы у меня их приняли. Отдайте документы. Я отдам. Вы сейчас там наделаете когда дело. Документом я знакомлюсь, я вас их отдам. Ну, сядьте тогда, знакомьтесь. Не надо мне указывать, что мне делать. Зачем вы это? Вы очень эмоциональны, Игорь Анатольевич. Здесь эмоции ни к чему. При чем здесь эмоции? Здесь надо было законно все делать. Поэтому я еще раз... Что там законно? Я отвечаю за каждый листок, который... Отлично. Если вы отвечаете, я очень рад за вас, если вы отвечаете. Никто не делает попыток ни украсть ничего. Ничего не надо украсть. Все, что вами написано, ребят, все со всеми этими вещами. Не надо меня снимать, пожалуйста, выйдите. Более того, я человек работает. Они мне не мешают. Он вам даст информацию. Более того, значит, почему я не отдаю эти документы в данный момент? Я не закончил с ними сейчас работать. Я хочу снять копию, чтобы в дальнейшем не появились в них исправления и не были заполнены вот эти пустые графы. Чтобы было понятно визуально, о чем я говорю, я уже вам показывал эти пустые графы. Еще могу вам продемонстрировать. Чтобы не быть голословным, вот у меня вот 32 идет. Ребят, давайте выйдем. Зачем не трогайте камеру? Вы что трогаете камеру?
Если вы чувствуете себя вполне спокойно, зачем вы убираетесь? За вами правда, чего вы беспокоитесь? За вами правда, что ты делал? Более того, если за вами правда, зачем мы беспокоимся? Есть даже очень интересный лот, обращаю ваше внимание, лот номер 34. Это подлинный протокол, вы видите. В нем вообще нет таблицы критериев. Вот видите? В нем вообще отсутствует таблица критериев. Вместе с тем подписано и якобы голосование по нему состоялось. Нет таблицы критериев, видите? Победитель определен. Как и каким образом? Дальше имеется. Лот номер 36, видите, документы. Тоже не заполнен, он пустой. А что с ним работать? Они уже сделаны, итоги подведены. Ну дай человек, пусть он работает. Пусть он расскажет, что у него есть. Не толкайте оператора, аппаратура очень дорогая. Дим, работай. Лот номер 36, оборот, видите. Таблица критериев пуста. Она не видна. Мною сейчас сделана копия, я обращаюсь. Игорь Анатольевич, я к вам официально обращаюсь, что вы заверили мне сейчас все те копии, которые я снял с ваших подлинников, которые не заполнены. И прошу вас это сделать сейчас в присутствии камеры. Я не знаю, камеры. Что вы тут делаете. Я делал ксерокопии при вас. Вы готовы заверить мне ксерокопии, нет, которую я сделал? Готов. Почему? Потому что я не доверяю вам. Вы мне не берете. Хорошо. Что же, есть такая позиция. Тогда продолжим на камеру показывать. Лот номер 37. Видите, не заполнен. Участник под номер 1, который является победителем, не указан, не определен. Уже все случилось. Уже все сделано. Смотрим дальше. Лот номер 38. Критерии не заполнены. Участники, которые якобы первый номер занял и второй, их не указан. Но тем не менее, итоговый протокол подписан, и победитель уже якобы определенный он есть. Движемся дальше. Лот номер 40. Пусто. Критериев ни одного нету. Ошибка, как бы, недочеты в бумагах одна и та же, да? Практически, да, недочеты все одни и те. В отдельных протоколах вообще отсутствуют даты, вот вы как видите, например, здесь не указан месяц. В отдельных вообще дат никаких нету. То есть, самое существенное, как бы, недочет, который я вижу и считаю, это вот то, что бальная система не проводилась. И участник, и победитель конкурса получает, согласно этих документов, а я юрист, я верю документам первичным, взяты с потолка. И невозможно провести оценку бальной в течение полутора. Продолжите, пожалуйста, вот копировать вот эти вот тоже. Понятно. Спасибо. Вот, хорошо. В принципе, все по-моему, все сняли. Так, пойдем дальше. Ну, позиция со стороны Гришаева Игоря Штуровича. Мне непонятно. Я считаю, поэтому все это произошло. Положи, вы делаете это. Закон. Я делаю правовую оценку тех документов, которые с вашим участием составлены. Вы делаете незаконные действия. Право обратиться в правоохранительный орган. Как я могу вмешаться в ту комиссию, в которой я являюсь членом? Я обязан в нее вмешиваться. Я обязан в ней работать. Она закончила. Вы меня на эту комиссию не приглашали по непонятным нарушениям. Почему я сегодня знакомлюсь здесь, после комиссии? Да.